about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. И снова всем привет, ребят, снимаем и пишем на телефон Vakiv A80 Pro. Надеюсь, что вы услышите звук по фокусу. Изначально я уже увидел, что скачет, и о качестве мы особо еще вот не увидим. Давайте глянем, включается или нет. Я держу одной рукой, включается, есть. Так, ну звук, я надеюсь, что все услышат. Всем спасибо, пока. И снова всем привет, ребят, телефон Vakiv A80 Pro. Я надеюсь, что кажется кому-то интересно. Слушай, пишется Full HD видео. Мне самое главное, чтобы вы и звук услышали вот на улице. Сейчас условия чуть другие. Но я смотрю, что по фокусу, знаете, стабильно бегает. Это плохо и печально. Вот так, я стану ближе. Раз, включился сюда.
Раз, спустился и снова. Идем вверх. Раз. Да. Конечно, по фокусу тут вообще торба. И снова всем привет, ребят. Так снимают и пишет телефон Blackview A80 Pro. Надеюсь, что кажется интересно. Это селфи камера, пишется HD видео. Хотя бы, чтобы вы, ну, что звук услышали, освещение, как изменяется. Потому что пишется, что включена стабилизация. Но в целом, я так думаю, что ее здесь нету. Всем спасибо. Мир. И снова всем привет, ребят. Снимаем и пишем Full HD видео. Единственное, что я замечание, по фокусу я смотрю, стабильно скачет. Смотрите, вот я пытаюсь идти и остановился и включился. Фокус раз. Да. Я не знаю, что в картинке, но просто чтобы звук услышали, испортилось конкретно. Всем привет, ребят, пусть так снимает и пишет HD видео Blackview A80, чтобы вы увидели, что там с цветами изменяется. Но я думаю, что картинка в конечном итоге окажется полнейшим кошмаром. Всем спасибо, пока. И снова всем привет, ребят, так снимает и пишет телефон Blackview A80 Pro, чтобы вы увидели. Смотрю, что с фокусом чуть-чуть вообще сталкиваемся с проблемой, звук я не знаю. Так, ты включаешься или нет? Скажи привет, ага, фигушки. С лицом отказывается сканировать и экранчик, что вы, ну, я не знаю. Потому что в целом иконки вчитаемо вполне. Но, если честно, вот яркости чуточку все-таки, знаете, хотелось, чтобы было больше. Спасибо.